Всем привет, с вами Гринайт, и мы продолжаем Нио 2. Ну, а может и заканчиваем, не знаю. Такитира, наслаждаясь положением правителя страны, собрал в садах храма Дайгамс множество придворных дам ради величайшей в истории Ханами. Церемонии наблюдения за цветением сакуры. Нам нельзя упускать эту возможность, наверняка там будут музыканты, танцоры и все причитающиеся. И благодаря этому шуму и гамму ты сможешь потихоньку проникнуть там. Я в тебя верю, ни на минуту не забывай об осторожности. А, я знаю, что это за храм. Поехали. А мы ее знаем. А он не знает, что мы ее знаем. Итак, прибыли звезды этого представления. Это представление... Чё там? Не успел. Понятно. Иди вперед. Ну ты же справишься, да? Погнали. Так, а у меня это... Мне надо оселок, да, заюзать. Естественно. Так, пускай локон будет. Или нет, пускай валяется. Потом. Так, оселок. Использую. Только 5, да? Так, тихо, где? Да. Ну ладно. Ну хотя бы чуть посильнее стали. А, я думал, мне сюда. Мне сюда не надо. Ага, пацаны. Минус башка. То есть он не видел, что у него пули летела, да? Ну, естественно, закрыто. Конечно. С чего же она будет открыта? Так, кадамчика вижу. Чую тебя, чую твой запах. Да, жалко, что доспех самурая такой тяжелый. В случае стена не прячется, ну, да, вроде нет. Кого ждешь? Ну, всяко не меня, да? Спал с котейкой. Хороший человек, оказывается. Ну, если ты служишь Такитиру, ты не хороший человек. Но не вернись, чел. Свидание. Котейка, здравствуйте. Здравствуйте. Ты пойдешь со мной лучше, чем будешь с этими мудаками. Так, а, еще. Так, куда? Где? Угу. Ладно. Блин, патронов-то мало остается уже. В смысле. Понял. Вот так вот тебя. Не
надо. Тихо, пацаны, успокоились. Спокойствие. Спокойствие, только спокойствие. Но ты почему на это сел? Тихо, 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 копейщики. Два копейщика. Подошел сюда. Молодец. Нет. И вот зарезали его. Я обязан своему господину жизнь. Отдать за него жизнь — это высшая честь. Ну, так-то да. Если так подумать. Если он тебя спас, то... Ну, я не осуждаю тебя. Если он тебя спас, а ты ему служишь и отдал за него жизнь, то ты хороший. Но так получилось, что... А вот почему, типа, ну, сунул, стрельнул, все? В чем проблема? Агась. Молодец. Так, хорошо, что закончил, да, эту серию. Потому что... С боссом тут будет не скоро битва главная. Ага, где ты там сидит? А, вот здесь. Да, твою ж мать, ты чё такая? Не смешно. Что у тебя там? А, это я знаю. Да-да, пакета, пакета. Кадамчик, я знаю, что ты там сидишь. Пошли домой. Погнали. Так. Слышал чей-то рык. Нет, не... Ага, вот от... А вот и срез. А вот и срез попал. Ну, пока мне не надо, да? Или надо? Или надо, в принципе, я здесь никого не это. Да, туда же я не вернусь, получается. Блин, как далеко. А чё так далеко? Так, повысить уровень. Плюс 3. Ну, давай потихонечку. Потому что разом всё повышать. Это как-то, ну, легче идет, чем так. Угу. Я к вам не пойду, пацаны, я пойду сюда. Ага, вижу. Минус башка. Минус башка. Ну зачем ты так делаешь? Я ж тебя не стрелял. Стрелял. Вот если бы я в тебя стрельнул, другое дело. А так ты... Вступил плохо. Ага, там это чучело. Водяной, водяной. Допустим. Ну, по-любому закрыто. Естественно. Опа. Опа. Здрасте. Нет. Зря повернулся. Так бы умер, не знаю, кто тебя убил, а так ты и будешь. Ага, удачи. Падла. Ну тихо, ребят. Ну не надо. Вот по-хорошему прошу, пацаны. Какие же вы конченые просто. Я в шоке от них. Вот просто затыкать. Затыкать, главное, вот тыкать. Просто до самого талого. Типа нельзя было этого не... делать. Обязательно надо было тыкать и тыкать. Так, ну ладно, 7 патронов. До свидосы. До свидосы.
Там вот еще где-то стоит, здесь вот ходит. Здесь я просто пройду, наверное, да? Не буду его трогать. Просто обойду. Ага. Ой, здрасте. Да какие же вы... Попался. Падла. А, ты еще живой. Я думал, ты уже сдох хотя бы. Надеюсь, там другой на меня не согрелся. А, он сидит, да? Ему пофигу. Ему пофигу на все вот это дело. О, судамчик. Хорошо. Судам его сейчас. Так, давай, наверное, с вот этим разберемся сначала, кто у нас здесь. Ну, конечно, да. А что, не такой быстрый теперь, да? Мразь. Падла. Ух, а что-то такое большое. Ключ. Ключ от храма. Храм забираем, хорошо. Опа. А, ты здесь, все. Отлично. Здорово, привет, мелкий. Привет, мелкий. Так. Не, ну точно не этот, да. А что, нет, ничего интересного. А нет. Два листа. Что это? Два листа. А что это? А, именно, ага. Ну, блин, эффективность эликсиров. Ну, давайте экипируем вместо чего-нибудь. Да, вот это, наверное, так. Так, а тебя чувством ритм не надо, кинь, не надо, взорвать зол, не надо. Так, на. Сейчас найдем что-нибудь тебе скинуть. Погодь. Не кипящуй. На, серьезно, нечего. А, заряд чистоты. На, забирай. Ну, сорян, что было, то дал. Что было, то и дал. Не виноватый я. Так, нам и сюда, да? А как я не вижу стрелять с этих, блин, со стиков. Серьезненько? Так-то лучше. Но это нам сюда. О, здорово. Ага. Ага, и пацаны там. Итак, тебе удалось выбраться с той горы. Умница. А теперь вперед. Ты, блядь, прикалываешься, не крути башкой. А почему он ее спалил, а не меня, типа? Ладно. Пойдет хорошо. Так, где этот? Вот он.
чё, дебил? Чё за дальность прорисовки? А можно на чуть-чуть прям? Так, вот все, он не двигается. Он один был? Молодец. Так, давай, на. Даже не дымый, дружище. А, что на тебя, молния не действует? Ага. Да в смысле ты подлечился? Ты что, охренел? Да хватит в блоке стоять, задолбал. Я сражен. Твоя очередь, Киомаса. Еще. Моя мечта все так же недостижима. Не ломается, ладно. Макадамчики будут? О, здорово. Посмотри-ка на ту гору, это было больше, чем просто вечеринка. Это как же красивые, красивые цветы. Но так, Такитира надо остановить. Ну не спорю, не спорю, не спорю. Ах, как Кутаку, что здесь вообще происходит? Работает, а мы уже все видели, да? И правда, удивительное дело. Похоже, корни это дерево обладают мощью, способностью отвести небо и землю. Ого, хочешь сказать, что в этом мире все-таки есть вещи, не подвластны твоему разумлению? Как бы то ни было, предсказать, что нас ждет, невозможно. Будем осторожны. Угу. Сюда, да. Прелестно. Так, сколько мне надо? 100... Ну, 90 тысяч мне надо, да? 90 тысяч мне надо. Надо было, кстати, сразу две, да? Бацнуть и все. В смысле, я же использовал, какого черта? Отлично. Теперь качаем уровень. Чтобы не терять ничего. Так, навык дает плюс 3 ко всему. Так, пульсация ки плюс 3. Силы не, нет, давай сюда. Пока в навык. Пошли дальше. Ух, йоу. Ух, йоу, какая большая дрянь. Ага, бежишь сюда? Давай, 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 иди сюда. Ты конченый совсем, что ли, дебил? Зачем так делать-то? А, это не страшно, ладно. Так, берем лишнее сначала. Так, лишних, 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 ребят. Ну чё вы друг за другом, блядь, ходите-то, а? Объясните мне. Да, толкай его. Сюда подошел. Я просто не хочу туда идти, чтобы меня отмудохал вон тот, и вот это меня захватит, тот меня потом захватит. Это 100% так и будет.
Смерть. А, хотя... А, я просто не лечился. Я так и знал. Я же сказал, он меня захватит. Подруг. Подожди, не понял. А, где он у меня? А, или типа это есть шанс, что восстановится, что ли, или что? С некоторыми после смерти позволяет мгновенно вернуться из вашей могилы духа. А, ну 17% не так уж и много, ну да ладно. Так, а ну подлоги сюда. Так, пока ты идешь, мы разберемся здесь. Это, кстати, приятно. Этот сдох. Идем отсюда. Ходим. Так. А вот с этим теперь можно разбираться. Ага. Ты такой бесполезный, если честно. Ой, как опасно. Получил? Ну давай. Все позабирали. Так. Не надо, не вставай. Ну ты с ним закончишь, да? Молодец. Так, ну я разрушу все, что можно. Так, подожди. Не сюда. Ага. Стихун яри но нани доро юри. Ну конечно же, да. Юканзо. Надо, да, я его добью. Ну, пойдет, ладно. Прекрасно. Ну, блин, все пропустил. Еще катамчики. А зачем? Котейка здорова, правда, но... типа, а зачем они здесь? Чё, я оттуда не смогу пройти или чё? Да что ты, падла. На, уже нифига, уже почти уровень. Какой же ты урод просто. И просто он науворачивался. Вот он просто науворачивался. Чё за бред? Ага, тут не открывается, ладно. Но нам наверх надо. А, тут ещё и кадамчик есть. Ага, сверху мы спустимся. Всё отлично, понял. Так, этого здорового убили. Так что пофигу. Пойдём дальше. Просто падло. Просто начал меня резать, купить всяко разно. Ну ладно. Кто? Что? Ага. Хитрожопый. Угу.
Не надо. Это ты следующий противник, что ли? А, ну да. Что-то ты слабенький. Попал ты, смотри. Мне удалось лишить этого демона, его скальпа. А, мне не удалось лишить. Да, это он про меня. Так, это я к Адамчику спускаюсь. Ага. Нет, ни хрена. А Адамчик где? Это срез. Адамчик со стороны, что? Он не понял, но ладно. Может, где-то обойти можно? Ну, естественно. А ты что так хорошо спрятался? Я даже тебя не нашел сразу. Я думал, ты там внутри где-то. Ладно. Ну, это срез. Так, это мы сюда, это мы... Ага. Угу. О! Здорово, Макакин. Ага. А вот так и сня. Давно с ними не дрались. Ну какая же тварь, мразь, падла. Хорошо, это все собрали, забрали. Будем лечиться. Блин, у Глефы такой это звук, как будто там сейчас это разнесет все к чертям собачьим. Но это мне вот туда надо, дорога, чтобы построилась. Это я здесь поднялся, это я здесь сюда. Стоп, не понял. Опять что-то не вижу. Стоп, подожди, я поднялся сюда. Для чего? Нет. Но если я прыгну, я умру, наверное, да? Ну, почти. Допустим, ладно. На всякий случай. Типа, а что ты от меня хочешь? Я не пойму. Вообще прикола не понял. Так, ладно, это пускай стоит. Дороги. Дороги, 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 дороги. Не понимаю, не понимаю прикола. А что от меня хотят? Где-то не видно, очевидно, дорогу или что, я не понимаю. Естественно. Очевидно, дорогу не видно. Угу. Ладно, чтобы не сдохнуть, главное. Спасибо. Так, заряжаемся. Чем можем, да? А, это мы оттуда при... А, вот это нам все ломать.
Погоди-ка. В смысле, а почему? Ты иди вперед, я разберусь с Юкаи внизу. Будь осторожен. И вот, возьми-ка это с собой. О-о-о. Прикольно. Но назад нам нет смысла возвращаться, понимаю, да? Каждый раз, когда исполняется часть моей мечты, что-то другое ломается. Бьется на части. Мечтами камней... Мечтам камней есть цена. Кому? Кому принадлежит эта фраза? Ну типа, пускай. Мне надо уничтожить слабаков, чтобы сильным один на один драться. Раз мы остались один на один. Угу. Так, это вот этот вот. Это вот этот вот сильный. Да блин, да что, прекрати. А, сорян, чувак, не знаю, что там трещишь, но ты помнешь. Ты не коснешься моего господина. Вот так он должен был сказать. Дэнс. А, еще! Я думал, там слабак. Ну не надо. Ага, лечимся. Тихо. Тихо, пацаны, не надо. Так, а ты? Вот так вот. Не-не-не, даже не... То есть меня разделили с моим напарником? Да, здесь по двое. Вот бы я влетел бы сейчас. Этого не может быть! Моя честь! Я должен... Ничего ты не должен. Так, это я забираю. Набедренник одноглазого дракона. А, ну это я могу туда пойти, хорошо. Так, сюда не могу пойти. А Кадамчи где-то там. Пойдем домой, дружище! Так. Сюда не пойду, смысла нет. Зачем? Так, идем сюда. Котейка, да? Ну и пускай. А вот это можно забрать по пути. Кто что где? Ага. Ой-ой-ой, как хорошо вернулся. Давай. Ну конечно. Вот сюда, мразь. Смотри, какая тварь. Ненавижу этих головастых. Что с первой части, что здесь они прям отвратные. Так. Аккуратно. До свидания. Аккуратненько, аккуратненько, не упади только. Опять два листа. У нас уже амриты, ё-моё. Почти на два уровня. Главное не засрать её. Так, вижу.
вижу, понял, иду. Ах ты какой дерзкий. Получил? Не надо. Ну, стрельнул, молодец, но промазал, так что вообще пофиг. Иди сюда. Нет, ни за что, даже не думай. Даже не думай, дружище. Так, это я забираю. Блин, охренеть, я думал, ну, последний квест будет быстрым, а ни хрена. А вот ни хрена. Так, это срез какой-нибудь, да? А, просто спуститься. Ну, ладно. Ага. А тебя я могу сломать? Могу. Даже не думай об этом. Сволочь. Ну куда ты же? Да куда ты жрать? А, я мог сюда спрыгнуть, видимо, да? Я вот там типа буду забирать, спрыгиваю сюда, и мне пришлось вот через всех этих идти. Так. А вот то, что мне нужно уже скинуть все, потому что мне даже перезарядиться надо. Это уже прям 100%. Пока. Я не буду за это не прыгать. Ну, не столь она нужна. Так, ага. Давай. Не надо. Ага, на. Держай. Красиво. Быстро, четко, без лишних движений. Так, а кадамчик у нас куда заныкался? Кадамчик у нас сюда заныкался, я смотрю, да? Ой, даже уже я устал, блин, какая серия, четвертая, да? Поэтому, походу, придется еще пятую фигачить, чтобы закончить игру. Угу. Так, лишние ребята есть. Это не то, что даже лишние ребята, будет прям больно. Хорошо. Мне надо ему кубошку прям. А если вот так? Лишние руки были у тебя, чувак. Очень много лишних рук. Все? А, ты не главный, серьезно? А кто? А, вот главный. Итак, ты выбираешь иной путь. Ну прямо. И глупо. Неужели ты не по... ты меня... Неужели и ты меня покинешь, Хиде? Так, мы завершили круг. Мы идем сюда. Повысить уровень. Два уровня сразу. Неплохо, неплохо. Прям четко. Ага, ты меня туда отправляешь. Подожди, а там же наверху что-то еще было, не?
Там же что-то было наверху. Или мне кажется. Справа, слева от замка. Вот здесь же была дорога, нет? Вот здесь же что-то было, висело же что-то здесь. Да отвали ты. Не до тебя. Не буду я с тобой драться, отстань. Ладно, пошли вниз. Пока еще есть время. 38 тысяч, в принципе, фигня. Я не нажим... Я, кстати, случайно... Ага. Ага, на. На еще. А, если вот так? Ага. А вот так вот? Нормально? Как это? Сразил он там. Да мне пофиг, кого ты там сразил. А сражу тебя я. На. Семь чудес. Прости, Масанори. Господин, я молюсь о твоей победе. Так, это мы забираем. Так, там есть кадамы? Типа, ну, обновиться. Хотя и так близко, типа, да? Так, тут финалочка, хорошо. Я восстановиться. Оно мне прям надо. Ага, мне надо еще Амриту. Это, дух зарядить. Да куда ты? Три хватит. Все. К бою готов. Практически. Практически готов к бою. Блин, я на него молнии не действует. Ну и ладно, попробуем. Вдруг ляжет. Плюс прокачаю навык какой-нибудь сейчас. Так. Ага. Так, способность Кай уменьшает максимальный запас здоровья ки противника на 3% больше, чем обычно. А, ну, пускай будет. А здесь у нас... что есть? Здоровье плюс 20. Ну, прелестно. Нет, не хочу, не хочу. Нет. Ну, нет. Ну, ладно, придется сюда. Пускай. Побежали. Ну не, пацаны, серьезно? Я просто вот так вот случайно навелся и случайно тыкнул прям легонечко, но я не хотел. Я типа думал нажать, но, видимо, палец дрогнул, и дрогнул он хорошо. Прям четко так. Ну что же, начинаем. А давайте огонька бахнем. Такитира. Такитира. Тебе уже доводилось видеть эти сакуры в цвету? Верно? Прекрасное место для твоей могилы. Я Хидеоси. Ну, бывает. А ты не слишком ли резвый, чувачочек? Тихо. Ну не зажимай меня только, падла. Лечимся, ага. Ну ты не слишком ли, типа, дерзкий для этого? Ну да, молния, как всегда. Получил. А вот так, как оно...
падла, а? Так. На. Ух ты, какой дерзкий, а? Так, помедленнее. Ну, на. Да ты задолбаешь, ну ты серьезно. Да... да иди, да ты... Да что ты делаешь? А чё он такой резкий прям вообще? То есть я даже не успеваю метнуть ничего. А, не вернулся дух, шикарно. Так, а, использовать. Давай, 10 штучек. Хорошо. Типа, он настолько резкий, я не успеваю вообще ничего. Ага. Ну ты, найди ты вон. Ты можешь его зафиксируешь хотя бы? Обожаю. Так, погнали. Он просто все, он все мне вынес. Так, раз он типа резкий, я кину вот это первым. Другому не получается. Типа он подойдет, я сразу хоп, а вот так вот у него. На. Нравится? Зажал, хорошо. Не надо. Не надо, дружочек. Охренеть. Так, не туда. На. Лечимся. Тихо. Не надо. Ну, все, ты там сдох уже. Отлично. Ну, в смысле, на, убери пропустить, убери. Обрезал врага. Очухайся. Очнись. Ты же не был таким жадным. Как в старые добрые времена. Помнишь? В нашу первую встречу. Я тебе все показывал. А, это не кабан у него. Это как его, тапир. После того, как родители меня бросили, мне хотелось лишь достичь вершины. Эти священные камни исполнили мое желание. Я достиг самого верха. Но мне хотелось еще и еще. И красный свет манил меня за собой. Я не знал, что эти камни эти... порождение пожирающей мечты тьмы.
Я жил в каком-то непрекращающемся кошмаре. И думал, что он будет длиться вечно. Но очнулся благодаря тебе. Так это в смысле, это тот самый Тоётоми Хидэёси, что ли? Почему такой уж таки Кира зовут? Ну я, может, не знаю. Но судя по истории, ну типа по его рассказу, то да. Это финалочка, да? Хотя не, подожди, там же какой-то монах этот в шапке. Так, это я все забираю. Но это не совсем финал. Не может быть. Что, ну просто убить Хидэёси и все. Не трогай. Вот лучше вообще не трогать, реально. Знаешь, говорю, еще последний остался, вот этот мудак монах. Охренеть, вот эта красота. И это то, что меня сразило. Свет Сахая? Я оставлю этот сосуд. Но знай, я никуда не исчезну. Тихо. Тихо. Вообще так нечестно, как бы было. Я же не думал, что я еще буду драться. Нет, только не убивай. Так, ладно, живой. Живой, ладно. На, яд тебе. Ага, хорошо, понял. На. Тихо. Лечимся. Не надо меня убивать. А, снес. Хорошо. Ну, отрава, шикарно. Лечимся. Ё. Что, лечусь? Он меня прибьет. Не, нереально. Только не говори, что мне Хидэёси мочить повторно. Я могу не вывести, как бы. Блять, вы прикалываетесь, серьезно? То есть сейчас на полном серьезе мне придется мочить Хидэёси дубль 2, да? Но это не должно быть так, это бред. Да иди ты, ну в смысле ты попал? Ты конченый, что ли? Так, ну, использовать. Ну ладно, хотя бы догадались. Ладно, сразу. Ага, будем от него лечиться. Так, давай, 10. Использовать. Но ты мне не дал использовать, падла, и убьешь меня, да? Нет?
Нет, живой. Так, тихо. Где он? Просто дичь какая-то, да в смысле? Ну он кидает, он вообще всем подряд кидает, шмаляет, вообще во все стороны. Я ж не могу так, типа, сражаться, чё за бред? Так, а, дух, кстати, вернулся, прилез. Не попадёшь, даже не думай. Сдох, молодец. Вот так вот, ага. Прекрасно. Так, заряд духа я лучше не тратить, я так понимаю. Использовать. Пока вот это вот ты делаешь, он тебя убивает. Так, хорошо. Давай сюда. И сразу, наверное, вот так. И молнию. Пускай будет. Какой-то, а? Так, пока подлечусь, ага. Получил? Получил? Нравится? Тихо, не надо. А вот так мы тебя зажмем. Ага, хорош. Ой, хорошо. Спасибо. Хорошо жахнул. В смысле? Какого хрена он живой? У тебя две стадии, мудила. Спасибо, просто шикарно. Блять, у него две стадии, охуенно просто. А можно было об этом сказать? У него хп ушло в ноль. Типа... Я думал, все, я победил. Так, поехали. Ага, ага. Не надо. Подлюка нет. Только не молния. Ага. Да в смысле, он не дотянулся? Падла. Ну, тихо, лечись. Угу. Не надо, отвали.
Ну прекратишь, нет, хватит. На. Тихо, 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 аккуратно. Уйди, 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 выйди, выйди, выйди. Ну, все шикарно, шикарно просто. Сюда, мразь. Ой, как быстро его зарубанили. А, все. О, хорош. Пожалуйста, умри. Да, все. О, хорошо, хорошо. Четко. А в смысле, где? У меня ж меч был. А. Нет, ничего, ненавистнее этого света. Пока, дружище. Удачно я, типа, восстановил все вот это вот тело и смог его. Он просто во второй стадии вообще хилый, если на то пошло, но... Надо было просто восстановить силы. Успеть. Да сломайте рога вообще нафиг просто. А, поглощение. Ты со мной встретишься? Меня опять загробный мир. Точнее, мир между миром живых и миром мертвых. Но встретимся, конечно, чего бы нет. В силе тебе не откажешь. Тебя ждет Отакэмару. Сразиться с ним — твоя судьба. Так это же не все? Мои глаза видели все, понимаешь? Все. А, это Дасан. Так подожди, я же сразился с ним или нет? Типа это все или не все? Я не понял вообще сейчас прикола. Ну типа вообще это финал должен был быть. Насколько, ну я понимаю, если я правильно понимаю. Или еще нет? Судя по музыке, нет. Да, еще, в смысле. Заточите Отакэмару в магическом плену в глубины храма Бёдо-ин, священной земли, где дремли древнее зло. Также там же находится и забытая могила предыдущего владельца Сахаямара. Такова судьба тех, кому предначертано было получить этот меч. Судьба запечатанная. Так, ну, во-первых, мне надо прокачаться.
это все. И тогда, наверное, продолжим в следующей серии. Ну, я продолжу опять же сейчас, потому что я уже хочу увидеть финал. С вами был Гринайт. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока.